месяц и точно дата выхода 17 серии турецкого сериала «Жар-птицы». 17 серия сериала выйдет в эфир 26 мая. Ранее в сериале мы увидели, как Чатал сказал Али и Барбароссу, что подозревать семью считается большим предательством. Он советует не быть тем, кто способен давить своим подозрениям. Но Барбаросс сказал, что они будут очень рады, если смогут отправить Чатала в тюрьму. Но будет еще лучше, если они посадят в тюрьму еще и Мендереса. Чатал спросил у Барбароссы, чего они хотят. Али ответил, что прежде всего договориться. Когда Али и Барбаросс выдвинули свои условия, то Чатал ответил, что ему необходимо будет время для того, чтобы как следует подумать. Барбаросс не выдержал и, набросившись на Чатала, стал спрашивать, о чем он еще собрался думать. Мендерес узнает о том, что Барбаросс также в деле. Гюляше, один из братьев, попросил вспомнить, был отец, который ищет свою дочь с райским запахом. Барбаросс сказал Гюляше, что он искал ее с 8 лет, каждый день только для того, чтобы отвезти к отцу. Затем он показал фотоснимок, на котором были ее родители. Когда Гюляше увидела фотографию, то внутри она испытала невероятные чувства. Она прижалась к Барбароссу и спросила, у нее действительно есть отец? Барбаросс ответил, что у нее есть отец, который молится, чтобы найти свою любимую дочь на протяжении 23 лет. У Гюляше от этого подкосились ноги, и она сказала, ведь потерянных никто не ищет. 17 серия сериала выйдет в эфир 26 мая. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.